Зашли, ребятки, дьюти-фри местный. Смотрите, maple cream cookies, прикольные, да? А это сироп. Класс. Чай. Yeah. Let's buy syrup here. Смотрите, какая гитара, ребят. Огроменная, как на Манхэттене. В общем, ребят, ничего мы не купили в Duty Free. Она сказала, что нужно шопиться в последний день. Вот так. Ничего на территорию Канады из Duty Free вынести нельзя. Which side? That side? I think it's there. Oh, you can sit outside even. О, прикольно. Yeah. Ой, как хорошо здесь. Свежо. Сейчас будем есть. Мальчики мои. Ты посадил своего попугая. Так бережно к нему относится. Малышек еще. Да, Дюра, смотрите, какой важный. Прячется. Ну, в общем, выбираем, ребят, что нам заказать. Мальчики мои, конечно же, чизбургеры. Что же еще? Кардрак кафе. Вот такие вот огромные. Смотрите. А я, как всегда, ребят, не голодная. Я не знаю, что делать. Так, семга есть на гриле. $32 американских. Нифига себе. Цены больше, чем у нас. Я думала, Канада дешевле. Нет. Здесь в туристической зоне все дорого. Grilled chicken Caesar salad. Такой. А, в принципе, недорого. $8. Да. А, это добавить. Все, поняла. Принесли нам еду. Моя рыбка. Смотрите, какая красавица. Гигантский салат. Давайте посмотрим, что там внутри. О, найс. Дэвид голодный. Сразу есть. Так, ребята, короче, рыбу есть невозможно. Она такая соленая, просто капец. Причем я ей сказала, пожалуйста, спросите, чтобы ни специи, ни соль мне не клали. Ну, в общем, Джончик все съел, ему все понравилось, Дэвид тоже доволен. Салат был хороший, я не жалуюсь, единственное, очень много, но вот рыбу есть реально невозможно. Вышли, ребят, на улицу, и здесь дождик моросит, смотрите, какая туча нависла. Вот вам, пожалуйста, Канада, погода меняется за 3 секунды. Мы снова нарядились в кофты, куртки и идем домой. Ребята, мы накупили такую хорошую одежду. Просто потратили 500 чем-то долларов канадских. Ну, это около 400, ну, может быть, меньше. Где-то 370 американских, Джон посчитал. Ну, все, 100% катон, то есть круто. Покажу вам позже. Пошли в другой магазинчик, смотрите, какие футболочки. Прикольные, $35 канадских. Вот это же зелененькое, тоже ничего. Красиво через парк смотрится водопад. Супер. Мальчики мои очень устали. Оба причем. Прикольный ресторанчик. Мне очень понравился. Говорю, Джончик, надо как-нибудь сюда зайти. Queen Victoria Place называется. И вот с видом на водопад. Пожалуйста, вам. Снимаю вам эту красоту, пока идем. Это были полицейские. Вот оно, это место. Блин, очередь огромная. Ну что ж, придется ждать.
в их шапках с мороженым. Какая красивая клумбочка, ребят. Мне бы такую, да? Красотища. Короче, решили мы здесь прогуляться. Какая-то автобусная остановка. Не знаю, куда эти автобусы едут. Продолжаем изучать территорию. Здесь следующая экскурсия называется Tunnel, туннель. Я так понимаю, что нужно проходить вот именно под водой и как-то туда, к водопаду. Точно не знаю, ребят, но вот Джон говорит, давай посмотрим, какой туннель. Интересно. Так, Джончик побежал за билетами. Тает. Ну и Банечка устал. Джончик у меня мужчина, хоть куда, сумки носит, билеты покупает, все узнает. Наш отель. Так, наш диван, телевизор.